Привет, друзья! Первая лазерная система ПВО Iron Beam, разработанная Rafale Advanced Defense System, поступит на вооружение армии Израиля в течение 18 месяцев. Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, принято решение развернуть в течение следующих 12 месяцев вокруг Израиля защитную лазерную стену. Лазерная система ПВО Iron Beam станет пятым элементом интегрированной системы ПВО Израиля вместе с Arrow-2, Arrow-3, David Sling и Iron Dome. Первые успешные испытания ПВО Iron Beam прошли в 2022 году. Один перехват лазерной ПВО будет обходиться в $4. По сравнению с одним перехватом ракетной системы ПВО «Железный купол» в $50 000. Батарея Iron Beam состоит из радара противовоздушной защиты, блока управления и контроля и двух высокоэнергетических твердотельных лазеров мощностью до 150 кВт. Система использует два лазера, чтобы обеспечить мощность, необходимую для преодоления атмосферных помех и физического уничтожения цели, фокусируя лучи в одну область размером с монету. ПВО Iron Beam предназначено для поражения ракет, артиллерийских снарядов, минометных мин и БПЛА на дальности до 7 км. Некоторые источники указывают до 20. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.